Здравствуйте, меня зовут Круглов Роман, я являюсь преподавателем в проекте «Художник онлайн». Мы рады представить вам наш новый мини-курс по цветным карандашам натюрморты. В этом курсе мы с вами поговорим о многопредметных натюрмортах, поговорим о таких задачах, как композиция, построение, пропорции, передача объема предмета и теплохолодность. Все натюрморты к этому курсу были подобраны в разных цветовых гаммах, в разном колорите, что поможет нам поговорить с вами о различных задачах. В одном из натюрмортов мы с вами разберем различные желтые, поговорим о разнице в цвете, постараемся проследить тональную растяжку в фоне и передать объем каждого предмета. Во втором натюрморте мы с вами будем работать с различными красными оттенками, посмотрим, в какую сторону может уходить этот цвет, то есть тяготеть либо к более теплым, либо к более холодным оттенкам. Все зависит от контекста, и на практике мы в этом убедимся. Также эту работу мы с вами будем вести на цветной бумаге и посмотрим, как цвет бумаги может нам помочь в тональном решении и в цветовом. И последний натюрморт в рамках этого курса будет посвящен разбору различных холодных оттенков, различных синих и фиолетовых. Также ведем работу на цветной бумаге, говорим о композиции, пропорциях, передаче объема предмета и о теплохолодности. Этот курс получился достаточно интересным, и несмотря на то, что все работы объединены центральной темой натюрморт, они получились различными, везде у нас разный колорит, разное цветовое решение, и во всех работах мы с вами будем добиваться максимальной живописности в решении. Этот курс подойдет для тех, кто хочет попробовать свои силы в таком жанре, как натюрморт, или для тех, кто хочет закрепить или открыть для себя такой материал, как цветные карандаши. Буду рад видеть вас на этом курсе.